профессионал. Свет, а как мы сделаем тут? Как вот делать эту вещь? Свет. Максим. Максим, да. Расскажите ваше настроение. Слава Господу, у вас очень прекрасное настроение. Видно вас? Видно, видно. Видно, слава Богу. Спасибо. Ва. Паша. Паша пошел. Паша у нас занимается декорацией. Кто? Так, это у нас гость. Андрей, по-моему, да? Андрей. Так, Машка. Рима. Паша, не надо повсяду. Наша молодежь чудесная. Спасибо. Она снимает на камеру. Иди, Анна, кухню снимай. Санта-Клаус. Это наша Кристинка. Только пришла. Так, где-то там наш дорогой руководитель. Приветствую, братья. Приветствую. Анечка, приветствую. Что-то делать надо. Сейчас более подробнее о каждом. Опа. Олечка изобретает вкусные часы. Еще в этом году. Да. Так, сейчас мы посмотрим вот так вот. Буквально через пару часов мы перейдем в следующий год. Да. 2007. Это Анечка для архива нашего, да? Угу. Слава Богу. Все очень красиво. И все сделал Максим. И мы помогали. Кто так догадался? Вы что, слава Богу. Много помощников. Яна. Кристина. Это я. Меня зовут Владимир. Да, это наш молодежный руководитель. Олечка. Ага, Олечка. Преподавать. Снимай, дедушку, ты снимаешь. Это наша сестра Татьяна. Приветствуем ее. Сестра, поприветствуй. Я приветствую вас. Подожди, что ты не ждал. Братья, брат с библейской школы один. Паша, поприветствуй. Украшают зал. О, приветствую, приветствуем всех. Так. Так вот, сестры готовятся. Да. Это происходит у нас. Давим картошку. Внимательно, смотрите, как мы усердно готовимся к Новому году. Происходит все это очень так сильно, сильно. Ингаляция полезна для здоровья. Конечно. Это Дима помогает. Ага. Че, получил. А сколько не снимай, я тебя прошу, пожалуйста. Хорошо. Да. Дима, прям вот это надо. Света носит ему повсюду. Не, проходите, пожалуйста, девушка, проходите. Не, проходите.
да. Хорошо, вот Оля закрывает двери. А ты чего вы закрываете двери? Чтобы вас не снимали? А уже снято. Наш стол, который будет у нас на Новый год. Бутерброды с красной икрой. Смотрите, какие они вкусные, замечательные. Это стол новогодний молодежи. Новогодние столы наши. Салат оливье. Нарезочки. Салат с часами. Компоты. Это наш брат младший Сергей. Улыбнись. Ушел брат на сад. Пойдем? Да, все. Вика, Манюня. Маша, Маня, Маня. Thank you.
заморозит? Он не заморозит. Просто на первое. Не, ну не, уже все, нет, ты сказал. Ну, спросила сестра? А скажи честно, спросила сама? Да. Что ты сказал, быть посуду где? Нет, помыть эту миску. Да. Сейчас у нас сестра Катерина будет мыть миску. Вот это ее задание на Новый год. Вот. Улыбайся, сестра. Сестра, улыбайся. Это же все во благо Господа. Да, не будешь? Когда на нее смотрят, не будут? Когда что-то делают, да. Да, хорошо, мы смотреть не будем. Это не мы смотрим. Это камера смотрит. Потом мы ее смотрим. Да, мы потом будем смотреть, как это все прекрасно ты делаешь. Да нет, не пойдет. О. Максим, а вот это мусорка. Это наша сестра благословенно помогает нам. Вот, зовут ее Татьяна. Да. Будьте любезны, засвидетельствуйте. Засвидетельствуйте. Нет, они не заказывают. Порядковый номер 4. Ой, я А здесь происходит у нас деление тортов. Сестра так аккуратно режет. Делите же правильно, сестра. Максим, только руками и языком ничего не трогать. Руками и языком? Да. Хорошо. Сестры, за углы не зацепляться. Это наши торты новогодние, сладкий стол. Продолжим, пойдем снимем. Столы уже уставлены, продукты. Пойдем. Это наши фрукты, бананы. Бананы. Очень много бананов. Слава Богу, мы очень любим бананы. Это наши столы украшены. Сестры трудились. Это брат наш, младший, балуется. И брат здесь принимал участие. Бутерброды с красной корочкой. Вот, все украшено очень. Там Оскар говорит проповедь. Слава Господу. Все это состоится мероприятие благодаря нашему Господу. Который... И все это делал вот этот молодой человек, Макс. Да, это принимали участие братья. Вот есть у нас молодой человек, который самое главное принимал участие. Да, Этот просто сидит, скучает, наш брат во Христе. И никому не мешает. Да. Вот брат Сергей. Сергей, брат, повернись. Сереж, вот, поприветствуй. Он у нас любит на компьютером заниматься. В шкафу. Это сестры у нас здесь занимаются, готовятся к конкурсам. Вот, режут что-то там. Постоянно, да, что-то делают. Но благодаря сестрам здесь произойдет этот праздник чудесный, где будет очень много интересных конкурсов. Всего очень много интересного. Благодарю Господь, слава им. И слава Господу нашему, который дает нам силы пребывать с ним. Через 45 минут наступит Новый год, вот, который мы соберемся и встретим его молитвами. Благодарение Господу за этот прошедший год. Слава Ему!
копированию. Так. Тортики какие красивые. Показывайте, пожалуйста.
покажи. Дайте мне найти человека. Ну, чего сейчас, но они будут.
Подождите. Подойду и скажу скороговорку скажу на ухо. И они должны как можно быстрее, каждая команда, передать следующему. И последний выиграет та команда, которая передаст быстрее и понятнее эту скороговорку. Практически правильно все скороговорки были переданы. Я попрошу вручить призы. Ангелина, сядь, пожалуйста. Вот.
И меня. А ты
один день с ним. Да я боюсь его, Серёга. Стали на год моложе. Ага, без 24. Моложе. Чемпион, давай. Три. Я вышла.
девочки. А вы тоже. Рима зажила второй. Даже три. Нет, все.